Председатель Совета депутатов городского округа Щелково Мария Тарасова провела выездной прием жителей. Сегодня мы проводим встречу с жителями микрорайона Заречный в формате выездного приема, для того, чтобы как можно больше жителей смогли к нам обратиться. Безусловно, большее количество обращений затрагивает сферу социальную и сферу жилищно-коммунального хозяйства. Все обращения передадим в работу, будем держать на контроле. Записались на прием 8 человек. Жителя Замира Асаховича и его соседи волнуют проблема затопления подвальных помещений в его доме. Он пришел с просьбой помочь разобраться в причинах. У нас сейчас новая управляющая компания «Авангард». Она у нас как 3 месяца после паритета. Ну, паритет свое наследие оставил. Желать бы лучшего, конечно. Ну, «Авангард» вроде бы только включился, старается. Ну, надеюсь, что все сдвинется в лучшую сторону. Николай Тимошенко, директор управляющей компании «Авангард Восток», присоединился к обсуждению насущных вопросов. Также на приеме присутствовала Наталья Евсеева, руководитель Ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области в городском округе Щелково. Наталью Васильевну знают в округе многие как человека, неравнодушного к своему делу. Конечно, нужна людям помощь, потому что не все знают законодательство ЖКХ. Люди быстро пишут протоколы, просят выполнить капитальный ремонт. Одновременно, конечно, нельзя во всех домах. В открытом диалоге с жителями, на еженедельных встречах, плановых и выездных приемах представители органов власти муниципалитета держат ситуацию в микрорайоне Заречный на постоянном контроле. Виктория Мельник, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.